Привет, это Мадонна. Madonna. Мой следующий сингл Borderline. Снимая плохое видео, Луи впервые увидел проблеск славы певицы. Сегодня вечером настало время съемки, и вот когда мы снимались вместе с ней, я помню, как она сидела рядом, я был там на стуле, наблюдая за тем, как она дает интервью. Когда Мадонна услышала, что Луи может петь, она также решила помочь ему. Она как-то дала мне еще одну дополнительную уверенность. Она говорила: «О мой Бог, ты тоже поешь». А потом она просто привела меня к нескольким людям. Луи говорит, что однажды у него и у Мадонны будет роман. Это было похоже на бросок, это было похоже на любовь с первого взгляда, и она осталась одна. Но еще в 1984 году, когда ее карьера вот-вот поднималась, она была уверена, что ее прошлое должно было привести хорошо, к очень большому будущему. Что это могло быть хитом давно-давно. Просто вопрос людей, вера их. Вы знаете, я думаю, что когда ты ребенок, ты знаешь, что встаешь на стол и начинаешь танцевать. Все говорят, что у вас есть эта сила. И это просто лишь вопрос использования. Это были фрагменты за съемкой более 21 года назад, когда Мадонна делала музыкальное видео для Borderline. Я должна рассчитывать. Но я также должна быть открытым. Я нахожусь в самом начале очень плодотворной карьеры.